Заброшенное депо переполнено списано грузовыми поездами, использующимися при строительстве Мидгарда. Бля, нихера себе, быстро. Не успел прочитать. И всем привет. Мы тут... Блин. Мы тут это, как его... Вот этого сраного Дона. А, мы втроем. А где все? Эй, где все? Вы чё, серьезно? Туманно, блин, нюхать не солью. Хрен с вами. Выспавшийся Айрис 71, Клауд 57 маны. Поехали. Вау. Смерть. Ну, не то чтобы это... Здесь можно заблудиться. А, вы куда залезли-то без меня? И чё? Ну, в смысле... Прикольная. Ну, над игрой я, конечно, офигеваю по поводу локаций. Натурально, красиво сделано. Атмосферно. Тут как бы вообще вопросов нема, как говорится. Ладно, поехали. It's deserted and kind of creepy. People don't come around here often. Not just because of the monsters, but какие монстры? What kind? Баек. What kind of stories? Сейчас монстры здесь полезут. Совсем-совсем монстры, да? Никто, говорит, дорогу домой не найдет. Айрис, не ссы, мы тебя прикроем. Let's hurry, no. Хори, 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 на пути к свету. О, прям как в Resident Evil 0. Сейчас зомбари попрут, нет? Почему здесь зомбари нет? Потому что я хочу зомбари, блядь. Что за карта запутанная? Вот, вот это вот, что за аппендикс, ёпта. Ааа, блядь, чё? Где, нахуй? Нахер так неожиданно-то? Я даже не понял, чё... А, крысолаки. Пошли вы в жопу, крысолаки. I guess over. Поезда такие. Самые поездатые поезда в мире. Так, подожди. Здесь мы не пролезем. А нет, вон пролезем наверх, да? А нам надо вот туда. А я хочу вот эту локацию зачистить. Хоба! Блять, даже коробка картонная валяется. Распотрошенная. Это я к чему? Это я к тому, что, ну, хоба и пусто, главное. Дайте мне нормальное оружие, ребята. Мне этот меч не очень нравится. У него атака типа хорошая, ну не типа, а натурально хорошая. Но защита теряется. А я должен не только дамаг наносить. Как выяснилось, у нас Тифа. Вот это вот такая красавица в мини-юбочке с длинными ногами в топике белом. А коса... От коса она офигительный дамагер. А нихера не Клауд, не Фрил Рот. О! Так это оружие. Рот это посох. Это что, у Айрис? Новое оружие, что ли? Мифриловый жезл, да, натуре. Так, здесь три. Здесь мистический... Мастерство. О! Да ладно! А где мистический скипетр успел взять? Вот это, блять, это какая-то жопа. Давай, загружай. А как ты, пардон, мо, как я так проебался-то, эй. Натурально. О, Клауду можно оружие прокачать, кстати. Восемь.
10. Нанесение урона на 10. 12. Сила магической атаки. Поглощение ошеломления. Что такое поглощение ошеломления? Типа похерное ошеломление, что ли? Что-то я вообще, честно говоря, не понял. Это так в воздухе. Усиление воздушной атаки. Усиление режима карателя. Усиление, увеличивает урон, наносим отдельным частям тела противника. Что-то нет, не хочу. Так, на двенашка. Сила магическое поглощение ошеломления. Что такое поглощение ошеломления? Восстанавливает жизнь при нанесении урона уникальной способностью ошеломленным врагам. Уникальный это этот, как его, каратель. Блять. Ну хер с тобой, блин, я типа должен карателем вовсю баловаться, да? Блин, этот прокачал. Колун не прокачал, блять. Название, конечно, для оружия охерительное. Так, это я все прокачал, кроме вот этой последних перчатки. А вот Сайрис как-то я вообще проебался, блядь. Даже не знаю, как так произошло. Так, в общем, задача увеличенная длительность ослабления, усиление урона от всякой хуй херни. Хуй ты хотел сказать. И сказал все-таки. Максимальные очки маны повышают урон основной атаки, физический урон, поглощение ошеломления. Сейчас, подожди, что дает? Лечит. Так, новый слот материи. Усилить магическую атаку. Она же у нас типа маг, да? Угу. Так, поглощение шумомления, сила магической атаки, 8-10. Здесь пока непонятно, что я буду качать. Вот здесь надо бы разобраться. Увеличить длительность ослабления. Так, ослабление у него херово, продолжительность полезных эффектов неясно. Магическую атаку давай, ману давай. Ману давай, это на большие бои, на серьезные смысле. Так, здесь двенашка, усиление физурона, поглощение шлавления. Материя стихийного урона. Она реально офигительный мужичок так-то. Ага. Так, теперь надо бы разобраться. Мастерство. Призыв фей, периодически атакующих врагов. Ага, фей вызывает. Вот это надо прокачать. А вот мифриловый, вспышка энергии, поражающий врага. Шест хранителя в жопу. Можно сразу выкидывать. А мистический-то, оказывается, у него там столько этих, как его. Блядь. А она же реально про... Блин, как я ходил без этого оружия. Вообще не понимаю. Исцеление Макс. Активировать синергию. Уменьшение срока ослабления. А, это типа защитка. Повышение удачи. Ну, у меня уже есть одно повышение удачи, да? Ага. Так, давай-ка и автолечение поставим. Или что? Тельвик, увеличение радиуса связанных материй. А, по нескольким бьет. Вьюга пурга. Вот, ей нужно лед прокачать. Молитва качается. Синергия.
Молитва. Одному. Давай синергию в это. Синергия никак не прокачивается, кстати. Блять, качайся, в общем. Переориентация, мастер предметов. Что еще нужно качать? Яд. Давай покачаем. Тупо для прокачки, в общем. Охереть я как-то. Лашпед, блин. Как я так пропустил, что у нее уже есть этот, как его, новый род. Ну, посох, в смысле. Бля. Фанаты игры, наверное, с меня охеревают, что я... О, Google Medal. То, что я даже, блин, нормально играть-то не могу. Офигеть, блин, надо так. И слушайте, нужно сейчас за нее играть во все, чтобы прокачать у нее посохи. Поэтому мы сделаем, чем мы сделаем? Настройки битвы. Значит, лидером. Угу. А, во время боя она только лидером становится. Ну ладно, чё. Пусть качает всякую свою хероту. Эй! Монстеры! В смысле, блядь? Я сам охерел. И? А! У меня камера зависла. Ну, не зависла, в смысле, сконцентрировалась на этой сраной двери. Они в 11 главе пытаются меня напугать, я так понял. Ха-ха-ха, да вообще насрать, блядь. У, блин, эй. Да наведись на кого-нибудь. О. Сука. Так, Айрис. Директор идея. Получили же мимолеты знакомые. Давай, мимолеты знакомого, давай. На! Хе-хе! Ой, блядь. Да, конечно. Нет, обычное исцеление. На, Айрис, давай. Тифа! Айро, блин. Ветром притягивай врагов, блядь. Эй! В смысле? А, аэро. Пламя, аэро. Похер на кого-нибудь. Да пошел ты, блядь! Он меня жрет, пидоры! Пидоры, помогите! На. На. Какой еще детский голос? Чего? Чего, блять? Ну, в смысле это, я понимаю, здесь по сюжету какая-то херня будет с детьми связана, да? Кто-то есть основное задание. То здесь есть. Поехали, Клауд. Так это чё, блин? Хотел сказать, это чё, дети оставили отпечатки пальцев на коробках? Сравнил размеры ладони с размером ладонями Клауда? Вряд ли. Бля, морчняк какой, еба. Поезда. Пошли. Хоба. Мимо. Так, опять пролазим. О, там какая-то херня вертится. Какая-то волшебная херня вертится. Давай, пролазь. Хоба. И...
и выскакиваем сразу в закуток. О, бжим-бжим-бжим, не лезет. Бжим-бжим-бжим, блин. Дети. Опа. Что за херня? Trust me, I'm focused. Блять, этот как его, сраный Клауд, ёб твою мать, блять, защищаю уже бабу-то вот эту свою, блин. Да блять, я сейчас сдохну нахер. Тифа, блять, лечи. Ай, рисково, блин. Так. Ой, блин, нет. Айрис, давай, подключи душу. Ты ж магичка, да? Митти, учу. А чё за херня? Я типа... Чё за значок появился, я не понимаю. Клауд. Ну ёб твою мать, Клауд, давай там регенерация. Нет никакой регенерации, да? На, Айрис. Тут, блядь, играя за Айрис, вся битва превращается. Отпрыгивай от них всех, пусть там Клауд попытается что-нибудь сделать, блядь, им. Страшное. Вообще отпечатки пальцев. Чё за, блядь, освещение здесь это? Так. А я не полезу. Я сюда пойду, блядь. Чё, куда, куда вы, бабы, пошли? Бабы дуры, блин. Может, здесь что-нибудь интересное есть. Оба. Вон, чемоданчик, например. А, чего, блядь? Это типа подкол. Вот тебе, говорит, одна денежка. Чё написано? Wrong way. А, неправильно идешь. Я понял, я понял. Так, здесь дети... Призраки, что ли? Здесь где-то есть ультрафиолетовое освещение. Вот это вот так светится. Делали себе маски с этими... С красками и с лаком. Так. Лак был люминесцентный, а краски были флуоресцентные. Ты чё, хмырь, блядь? Да пошли вы нахер, блядь! Почему опять на меня-то бросился скотина, блин? Ну, в смысле, понятно почему, блядь? Сука! Пошел ты в жопу! Я вообще, блядь, убил нахуй! Клауд сраный. Тебя сейчас еще ёбнут здесь, блин. Давай тройной. О, нихера себе! Что за херня? Давай-ка ты саму себя вылечи, и придется тебе справляться самой. Блять! Сейчас сдохнешь, сейчас еще. Блять. Блять, точно убью, честно. Да что за херота? Дебилы, блин. Ну, в смысле, дебил это я. Блять, завалили. Предсказуемо, конечно, играя за Айрис. Она нихера сделать не может. Ну, в смысле, в бою. Так, в общем. Иди-ка. Пидоры, выходите, блядь. Да блин. Так, Клауд две штуки накачал. Давай. Тройной.
Давай еще тройной. Так, у тебя твоя сраная способность, мимолетный знакомый, давай. Все вымерли моментально, да? Ну вот так вот, сразу же и четко поставлена точка в бою. Арис херовый боец. С помощью сколько мака восстановился. Ну хорошо. Так, блять, о, погоди, какой-то закуток здесь сраный. Вот. О, чего здесь у нас такое хвилетивенькое белеется? ХП ап материя. Это которую я все время купить хотел, никак не купил. Давай-ка что-нибудь прокачаем. Удача, удачу ты эту сраную будешь до конца игры, судя по всему, прокачивать. ATB. Лечение жизни, сон, разряд, блять. Вот вместо этой надо поставить. Повышение эффекта предметов. Повышение жизни. Хоба, Айрис, давай лечилку воткнем. Усиление магии. Лечение. Метель пурга. Молитва. Да нахер этот токсин сраный? Давай лечилку. Вот. Одна хорошая, максимальная. Вот это мы будем качать ею. Хоть как-нибудь прокачает, блин. Надеюсь. Бежим, блять. Тут, наверное, в конце еще какой-нибудь некромансер вылезет, да? Нет, нет, да. Чего, чего? Дети смеются, че? Ой. Провалились. You okay? All good, I think. Still in one piece here too. Тоже говорит one piece. Guys? Чего? Come on, everybody, туру ту туру ту туру, двигай жопой, суки, бляди, да? Well, that's inviting. Да? Инвайтинг. Что, босяра выскочишь, что ли? Что за инвайтинг? Почему? Let's see what's inside. Battle Echo Mist. Что за как это? Оба. Оба на. Well, what do you think? В смысле? Другой дороги нет, чем мы думали-то? Hmm. I'm game. Huh? Huh? But it'll be fine. We've got a bodyguard, don't forget. Mine. Right? Чего? My thing. Бабы делят Клауда. You're just being modest. After you. Mind letting me go, и это подлезло тоже. Че, блять? Че, серьезно? Вот так вот? Блять. Проход через комплекс техобслуживания. Чего? Там вон я вижу вон кое-что есть. Блять. Куда опять камера зависла? Не зависла, а это. Зацепилась. Локация прям для битвы
подходящие. А вот как туда попасть, блядь? Блять, не пускает. Здесь заперто. Вон херня какая-то летает. Это сейчас что-то увидит. Found you. Found you. Hey, can we talk? Just for a bit? И кто там? О, призрак все-таки. Ух ты, блядь, босс. Чего? Ой. Чё за хмыри? На, а, подожди, а, под, опа. Он с... что-то сделал. А, я прокачался, да? Давай. Хоба, а плевать ему. Ну не очень плевать, а херовастенько. Так, он стал невидим, и мы невидим, а призраком. Так, подожди, давай-ка мы... Ща, погоди, нет, нет, Тифа. Ой, Тифа, нихера не прокачал. Тифа, ёб твою мать, блядь, битва идет. Ух ты! Что пить, говорит? Что пить? Что пить, мадафака? Давай! Вообще тупо иммунитет, блядь. Так, Айрис. Давай-ка сколду что-нибудь страшное. Клауду. Тифа. Какая способность магия? Решение нет, способность. Чакра, непознанная мощь. Дружь. Блять. Я даже, блять, не знаю, что сделать. Давай тройной удар. Блять, ему тоже. А! Он сейчас в этом состоянии. Блять. Типа непробиваемом каком-то состоянии. А вон у него щит врублен. Опа! Давай! Да! А у кого чакра? Чё-то я не врублюсь. У кого есть метель? Давай, метель. Ох ты, нихера себе. Клауд, давай, сон. Какой нахер сон? Мы сейчас сдохнем. Так, зелье, давай, Найрис. Нихера себе, а предмет это как мало основного. Тихо, хоба. Ой, сдохла, падла. Так. Пока она в каком-то там состоянии. Пока он... Эй, а чё? Айрис, ёб твою мать, где магия? Лечится. Клауда. Хоба. Она нормально лечит, кстати. Тысяча 300. Она реально хорошая магичка. Все, пошли. А вон же хмырь летает. Эй.
things dangerous. I know, but even so. What the? What the fuck? Так это свалило. Хоба и ушло за горизонт. Сейчас, говорит, на вас поезд уроним, чтобы вы не выпендривались. И Айрис, говорит, припомни ее херню. Run! Run! Бойся! You saved us. Блять. Да хорош мультики, давай показывай. Gonna need to find another way through. А, вот теперь, да? И тебе чакра. Молитва. Нужно сканирование кому-то, блять, воткнуть, а то что-то нас валят. И я не понимаю, как способ молния. Блять, молнию заколебусь качать. А у меня молния же. О, Баррета. А, я Баррета молнию забрал. Так, Айрис. Усиление магии, лечение, молитва. Лечение пусть купит. Вот. Давай так, блять, вместо этого давай-ка воткнем сканирование. Это как-то сканирование у Айрис. Все, да, я запомнил. Я запомнил, я молодец, блять. Здесь дорога. Че у нас здесь? Дорога закрыта. Хер с вами. Блять, да еб твою мать. Нет. Тройной им вали, чтобы они херили. Сильно! Все сдохли. Так! Туда не пускает, сюда тоже не пускает. Проход через комплекс техобслуживания. Здесь не пускает. Блять, что теперь, блять? Ну, сейчас будем дорогу искать, что теперь. Становится в трущобах сектора 7. Жути нагоняют, блять. Как вот сюда, эй, попасть? Эй! Чего? Конечно, остановка кладбища. Блять, опять не пускает. А вот там открыто, я так понял. Открылась дверь. А вот туда как попасть? Ну, ребята, блять. Камон! Камон, everybody, блять, не пускает. Хорошо, пошли сюда. Фонарь врубился, кстати. Такой красивый, большой. Бамс! Бамс, блядь! Понятно все с вами. Ворота нам заперли. Идите, говорит, сюда. И... Небо, кстати, перестало. Ой! А, так я оттуда вышел. Ой! Так, ну сюда поперлись. Че, на жизнями... По жизням у нас нормуль пока. Туда не перепрыгнуть. Сука. А, блядь, я думал битва будет. Так. Хоп-хоп-хоп. Тихо-тихо-тихо. Чё это сделает? Давай сначала... Блядь. Чё такое? Ладно, ну, ёп. Я хочу сначала вот в эту сходить штуку, которую я не мог попасть.
А, вот оно, да? Нет, да, нет, да, оно. Сука! Маленький Дрейк, блядь. Пизда тебе, Дрейк, блядь. А. Блин, блин он! Храбрец, давай. Ёб твою мать, сдох, сука. А то, блин... Строит из себя хай пушин. Готик Бенгал. Что за Готик Бенгал, блядь? Бенгал. Готический браслет. Три. Подожди, туманный. Три со связкой. В этой перчатке с перемикачает. О, готик, подожди, у этой вайрис мифический браслет, две без связки, ой, со связкой, блять, какая там связка у нее, юкарный бай, увеличение радиуса и метель, у нее метель с усилением, а у тифы вот этому давай оденем. Нет, какой нахер. Этому напялим готический браслет. Потому что ему насрать. Айрис напялим. Как там с тремя? Туманный, вот он. Хоба! Еще у него прокачка будет. Бля, тифа вообще вся такая прокачанная. На прокачке, грубо говоря. Провокация на нее не катит. Яд. Я думаю, не буду качать. Первый удар, автор лечения, мастер предметов, надежный блок. Так, что и мастер предметов. Эффект предметов во время битвы. Надежный блок. Хер с тобой, лечись. Ну, в смысле, качайся. Ой, а я что-то успел прокачать. Боевые данные. Следует перефокусировку сделал. Довести бонус к урону ошеломления до 200%. Что-то не получается. Это я качаю, а это не получается. Чу-чу-чу-чу-чу. Бах! Ладно. Поехали. Куда дорога здесь ведет? Там еще кнопка какая-то есть. Черт. О. Да ладно, серьезно? Я уже запутался. Вы сейчас, если мы медленно идем, вы сейчас что, мне будет лечить за всякое, да? Чумако! Ой, ну-ка, кого? Ёб твою мать! Айрис надо прокачать! Давай тройной. Поехал. Так, Айрис, теперь давай сканирование. Жахни, а? Посмотреть. Блять! Не вышло. Куда ты? Так, Айрис, давай сканирование. Чё-то какая-то хунта. Так. При физических атаках и отражают магические атаки. Блять, огнем их нужно пиздить. Огнем, а у кого огонь? Так, давай глянем, у кого огонь. Молния, сон. А я же... У тифы огонь. Я понял. Так, чё у нас? Чё у нас? Чё у нас?
Блять, мы валим по дороге. Нас назад-то выпустят, нет? Потому что мы половину пути там оставили сзади. О! Там вон я вижу что-то интересное. Белеется, блять. Сука! Так, назад возвращаемся. Там какую-то кнопочку можно нажать. Открывай! И чемоданчик там есть. Еп. Так, сука, до чемодана не пускает. Что это такое, давай. It's not working. There's no power coming through. Ух ты. I wonder if this is another prank. Someone might be messing with the power supply to make us run around. Я понял. В общем, high pushing. Здесь дверь, да? А, нет, открывай давай. Блять! В общем, нужно сейчас вокруг бежать, в общем, я догадался. Потом там ворота открыть. А, нужно подключить электроэнергию, потом изнутри открыть ворота, потом нажать эту клавишу. Ага. Что-то становится понятно. Что там небо? Небо, сука, страшное. Открывай. Вся пиздец! Может быть, да. Че у нас лечение? О! Блядь! Сука, я убью! А, блядь! Я понял! Какое-то время по нему можно нанести этот физический урон, ну в смысле я валю ему нормально, а потом он становится вот этой эфемерной херней, и вот тогда огнем нужно ебашить. Да. Я вырубил сам. О, вот так вот все нашел я. Мега пушин. Аж две штуки. Меня, знаете, что пугает? Дверь открыта, все, заебись. Меня пугает то, что если приходит какой-то настоящий, реальный, сложный бой, этих тупо не хватает пизерьков, которые я жру. И поэтому я начал прокачивать это на... Кому это? Воткнул Тифи, да? Нет, не Тифи, Айрис. Мастерство предметов вот этого откнул на 50%, типа, я так понимаю, предметы будут лучше использоваться, потому что вот первые самые, которых у меня почти 100 штук пизельков для лечения, блять, куда я? Так вот их тупо. О, еще наверх дорога. Нихера себе, блять. Давай наверх сбегаем. Мне эти пиздельки просто это самые простые, которые больше всего. Они тупо бесполезны. Там ты их лечишь, у тебя на удар на один удар хватает. Чё? Дверь заперта изнутри, но. Я так и подумал тоже, но. Я тоже так подумал. Хоба здесь заблокирована. Соответственно, сейчас пониже выйдем на другую локацию. Открываю чемодан. Угу. Экомист. Поехали. Чем-то киберпанк напоминает. Там тоже в одном месте носишься по всяким таким чемоданчикам. Блять, нихуя не открытая карта. Доннер пасс. Вы знаете, что такое доннер пасс?
перевал Доннера. Сука, пизда, где ты? Блять. Пиу, давай, давай, пуляй, пуляй всякой своей херней и прокачивай мимолетных знакомых. Я ж хочу, сука. Давай еще раз мимолетный знакомый. Go on! Смешная ты баба, Айрис. Что там, кого-нибудь отличить надо, нет, Айрис, давай-ка, ну-ка, личника Клауда. Офигеть, да, Айрис просто молодец по поводу лечения, прям охеренно. У нее еще мана до сих пор, кучу этих лечилок сейчас использовал, еще и мана осталось больше, чем у остальных. Эй, ну еще раз говорю, Айрис офигительный маг, вместо Клауда я бы Тифу взял, а Баррет, я так предполагаю, что это просто охерительный так-то этот, как его, танк, 1000 бабок. С принятием урона, я так понимаю, у него хорошо, но типа и по игровой роли это заметно, что он такой мощный, типа. Иди издалека, типа, подпёздывает, ну подпёздывает так-то из пулеметика. Мугл медал, ему бы вот как я ему с электричеством сделал, то есть он стреляет и сразу же электричеством ебашит, ему бы еще воткнуть, что это материю, которая расширяет эффект свой, вообще классно будет, ну в смысле постреляешь по одному и на других перекидывается, я так понял, вот будет он реально нормальный в этом плане, только мне его почему-то не дают, пидоры, блять. Подожди, а ты какого уровня-то вообще? А где уровни посмотреть? Ручной пулемет, блять. Хуй с ним? Блять, вот они, 4 главных героя. А левелы где глянуть? А, вот здесь, 22-21. А у этого, у него, наверное, сейчас очень маленький левел. Я сейчас про Баррета говорю. Так, кого бы я выбрал? Тифу либо Айрис? Тифа, да, посимпатичнее на мой вкус будет. Вот так вот, да. Так, полезли наверх. Там опять ворота. А, нет, сейчас ворота открыты. О! Купить! Чё купить? Так, титановый браслет, нахер туманный браслет, можно будет браслет шипами, говно, нефти туманный браслет, а, ты, блин. Ну, все стандартная херня. По материи. Все стандартно вообще. Вот моя, вот это надо взять. Let's battle begin. Мегазелья берем. Эфир берем. Пух Феникса берем. А пух Феникса надо бы, блять, побольше взять. Так-то, блин. Даже без скидки. А что еще есть? А, это все. Ультразель, эфир, антидот, нюхательный. Дай-ка возьмем три штучки на всякий пожарный, блин. А то что-то дохера потратил. Мифриловый браслет! Нахер! Наручи 10, яд, сон, замедление.
негативных. Серебро зарождения. Че за, блядь, автожизнь? Ладно, остается. Исцеление. О, по максимуму прокачу, чуть не продал, блядь. Токсин этот сраный. Да похер, пусть есть. И выспимся. Ничего себе. Тихо, тихо. Варис, 90. Маны. Чё-то я не понял про Айрис. Усиление магии 10%. А, недавно прокачалось. 45. Повышение очков. А, нет, подожди, это усиление. Вот. А, нет, это я ступил. Сканирование, исцеление. Вот еще одно исцеление прокачаю, и можно забить. Кому-то там уже ставить на это. Оу, скоро вьюга будет. Усилитель. Радиус. Ей можно какой-нибудь, когда только она прокачает, можно какой-нибудь интересный усилитель поставить. Мастер предметов. Бах. Вот это этому Клауду можно будет воткнуть, да? Слушай, неудача. Блять, это удача сраная. Непонятно на что. На криты, я так понимаю. Усиление ATB. А я что не использую? ATB этот сраный. Б. Очков магии. Сон. О, скоро прокачается. Молния. Очки жизни тоже. Так, Клаудом Б нужно чаще использовать. Сейчас опять монстры полезут. Здесь у нас никого нет. Шматья никакого нет. Бах-бах-бах. Эчт. У, нифига себе. Я ворот откроем на всякий случай сначала. Дверь открыта. Так, вот, я вернулся назад. Там у нас какую-то херню надо кнопочку нажать. А тут что-то от меня хотят серьезного, блядь. Ну-ка давай. Что сделаем? Ну еп, нажми! О, ну пиздец, блядь. Типа. Кто за кого прячется, я не понял. А Тифа так-то, сука, схитрая. Она же быстрый боец, а прячется за мага. Типа, пиздите мага, я потом, типа, подкатусь и пизды вам дам, блядь. Оба. Да ладно, сейчас босс, что ли, будет? Ух ты, нихуя себе, блядь. Тифа, давай, ёбни им. Чтобы охуели, пидоры. Поймать тебя? Так, огнем, 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 огонь у Тифы. Все, я понял. Хули смотрите, колдуйте уже, давайте чуть-чуть хуету, чтобы им херово стало. Ебать! Так, на Тифу переключаемся, я огнем херачу. Хе-хе, да? Да пошел ты! Вот точно, точно правильно сказал. Мне говорит. Оба! И на Тифу. Где ты там, бля, пидор ебаный? Ух ты, у него телекинез. Так, удары проходят, соответственно. Необузданная мощь. Так, еще раз необузданная мощь. Давай, и она пока, он пока, блять, он пока не подвертился ни в кого. Ему удар по этому проходит. Ох ты, хмырь! Так, Айрис. У тебя что-то магия накопилась, да? Кого лечить? Да, блять, чё за хуета? А, я же это, на метель, типа, что-то...
Клауд Мич. О, все. Он стал каким-то этим эфемерным. О, прошел удар. Я тебя понял, пидора. Да, он сейчас на иммунитете, но нужно это, как его, в общем. А, так он и прозрачным стал, будто. Да, он прозрачным стал. О, рука летает! Ух ты, нихуя себе! Так, погоди, Клауд, ёпта, ёбни чем-нибудь. Да хмырю. А, во, удары прошли. А, да, удары проходят. Звездный душ. Давай. Давай. На, блядь. Сука. Точный удар. Сильная атака после уклонения увеличивает ошеломление. Давай, ошеломление увеличим. О, да. Ты, сука. Так, Айрис, что у тебя есть? Сканирование. Ну да, посканируй эту хуйню. Так, огонь. Иммунитет. Блядь, нихуя себе у него иммунитета. Ну его огнем нужно херачить, я понял. Ой, ой, Клауд, Клауд, дай-ка. Нет, ну-ка, Клауд, блядь, вылечи меня как чем-нибудь, блин. На тифу, давай. Ух ты! И он стал... Он стал это какой-то... Ух ты! Мощный скотина! Иммунитет? Давай надо Тифу восстановить. Вся тактика на Тифе строится, блядь! Так, ух ты! Блядь, она молчит. Клауд магия. Так. Предмет. Эфир пух Феникса. Вот. I'm here. Just taking a little break. All set. А я зря, кстати, сейчас на Тифу переключился. Он сейчас весь удар, все удары на нее сконцентрирует. Так, Клауд. Есть личинка? Личинка у тебя нет, нахуй. Давай, вылечи Тифу. Угу, красавчик. Тифа, пиздец, быстрая так-то. Ебануться просто. Огнем его сейчас надо, блядь. Ух ты, так, Айрис накопила, блядь, лечение на Тифу. О, Тифу, ну, хер с ним. О, давай. Ёб твою мать, блядь. Давай тройной ему. Ух ты, сука, он с иммунитетом стал. А, он красненький засветился. Надо магии огня. Пидор, блядь! Отпусти нахуй! Так, Айрис. Магия лечения по максимуму на Тифу. Два. Тифу, отпусти нахуй, пидор. Ух ты, блядь. Так, подожди. Огнем. А лимит что делал сальто? Быстро удар в стиле Занга. Магия огнем его нахуй. О, почему? А почему? Почему-то у него не прицел. Прицел он не в прицеле, в общем. О, в прицеле. А, подожди, он нормальным стал.
Давай лимит ему въебем, блядь. И опять маги не работают, да? Опять маги не работают. Он... Эй! Ты чё, хмырь, ёпта? Я в тебя магию хотел ебануть, сука. Ох ты, нихуя себе. Лечение у Айрис, лечение, нет, лечение на Тифу, давай. У нас сейчас главная Тифа. Давай следующего. Хмырь, понял? О, магия. Давай, гори, сука. Горит. Ха-ха-ха. Так, у Клауда что-то накопилось, блядь. Я ему сейчас бесполезно. Молния. Ну хер с ним, молния ебани. О, въебало тоже. Но у него типа слабость к огню. Еби еще. Ты сука, блядь. Бэм, блядь. Ай, ты сука, отстань нахуй. Так, Айрис лечить на Тифу. Её, меня опять схватили, потому что... Давай обычную лечу. Ух ты, бля! Хмырь, нахуй! О, блядь, он какого-то помощника вызвал, ёбаного. Огнём погулю. А, блядь, он сейчас нормальный, кстати. Нихуя не волшебный. Ну, в смысле это. Он пидор, когда волшебный, в него хуйня не проходит. Тебе физический урон не проходит. Пошел ты, блядь, жопу, хмырь, ебаный. Ну, в смысле это. О-о-о. Так. Способность. Давай еще звездную душу, блядь. А Клауд, блин, вылечи-ка. Магии у тебя нет лечебной, давай тут зелье на Тиф. Ой, блин, обычное зелье давай на Тиф. Он опять волшебный стал. Так, теперь магия огня. Поехал. Хоба! О, пидор! Иди сюда! Сейчас мы тебе, блядь, покажем, блин. Так, давай способность звездную душу. Да, сука, умер нахуй! Скотина она. Чё-то я там дохера всего наполучал, я от этого как его. Настолько преисполнился эмоциями, что аж не успел понять, что он там хотел. То есть, что я там напрокачивался-то. Оказывается, этот хмырь электричество отжимал. Так, куда идем? Так, ебаный брон, блядь. Кнопочку нажал, блин. Тут такое началось, ребята. Я просто в шоке. Одну кнопку нажал, вот здесь вот. Хмырь вылез. Чуть нас не вшатал просто-напросто. Открывай, блядь. Клауд сраный. Клауд... Почему его так назвали? Клауд Страйв. У меня две ассоциации. Клауд это, во-первых, облачко. Облачко. А Страйв это, который Страйв, ебаный в рот. Не найдут дороги домой. Чего? Я сейчас кнопочку нажму, и все нормально станет. Вот-вот она светится, блядь. Завязывайте. Баба говорит, хорошего ебаного, блядь, все нормально. Все-таки. Ну, баба, в смысле, чего, блядь? Легче стало, да? Ай,
У меня что-то мыслишки какие-то возникли. Дурацкие. Прайрис, блядь. Мы сейчас этой сраный посох прокачаем. Этот прокачанный. А с этим что делаем, блядь, мифрил вышел. Куда, блядь? Мифриловый жезл. Давай посмотрим, что то с мифриловым жезлом можно сделать. Эй! Задача как можно открыть больше новый слот материи. Нихуя себе, блядь. Поехал. Новый слот материи. Поехал. А, кровосос. Что такое кровосос? Блядь, подожди, что такое кровосос? Остановить жизнь в бою, прибить врагов. Блять. Я про Айрис. Ты дурында, блин, одного хмыря еле завалить можешь, блин. Рассказывать мне насчет кровососа, блять. Усиление магии при полной жизни. Сила магии. 14. Давай. Хер с тобой, блин, сила магической атаки. Разблокировано. Новый слот магии разблокировано. Тихо назад. Сила магической атаки. Бля, ну. Угу, при полных очков магии на 20%. И чё? Ну-ка, давай позже. 4 очка, здесь 5 очков. Ну пиздец, блядь. Ну ебаный в рот, ну как так-то, блин? Этот типа мифрилу типа круче. В общем, нужно все равно по-любому. Блять, что я сделал? Такой, блин. Ба-ба-ба-ба-бау-бау-бау-бау. Я кнопочку шиктим. Моторчик пуртина. И чего? Блять. Ну, здесь я был. Клауд, беги. Клауд, 16-летний. Пошел наверх. А подожди. А че это я пошел наверх? Давай вниз ходим, блядь. Че там внизу нахуй? Вот, блядь, свет горит. Ёбнем? Нет, нихуя не работает. No more the crap rolls out the buff again. Haven't changed, brain is still gelatin. Little whispers circle around your head. Why don't you worry about yourself instead? That who are you, where you've been, where you're from? Gossip lies on the tip of a tone. You lie so much, you believe yourself. Чего, блять? Ну, эй, блять, ну, блять, ну. Ёб твою мать, что делать-то? РФ. Нет, не туда. Масштаб, смена цели, текущее место, смена карты. Хоба. Вот что, серьезно, блядь? Ну, давай выйдем туда. Подождем. Ну, в смысле, выспимся. Как это? Хуяк. Выспимся. Пусть начнутся на сражение. Let the battle begin. Вот так перевели, да? Угу. Ёб твою мать, блять, куда идти-то, эй? Хоп. О, блять, сука. Значит, сюда раз перевели. Кришпай. Кто такой, блядь, Кришпай? Вы чё, блин? Я не знаю, кто такой Кришпай, блин. В тебе ему, Донателло!
фури я здесь делаю. Блин, а что там наверху? А вы зачем это по мне показали? Что типа там заебись, блядь. Ну, заебись, не заебись, но, блядь, вы мне показали, что там, блядь, дорога есть какая-то наверх. Скотина. Хоп, хоп. No more выкру... Блядь. Вы чё от меня хотите-то, эй? Комплекс техобслуживания. Бамс. Бамс, бамс. Бамс, бамс. О! Да ладно, серьезно? Прям вот бежать, бежать. Блять, они мне говорят, беги, сука, в самое начало. Тихо. Да, 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 вы об этом и говорите. Тифа. Ты клевая баба. Прям натурально клево. Блять, нас, сука, здесь нам не пройти, да? Да, нам здесь не пройти. Let the buckle. Let the battle begin. Так, погоди. Я тебе этому хмырю валил. Здесь дорога блокируется. Тут прикол типа с двойным прохождением, что ли, блин. Так, здесь ножи там. Так, чё? Ну-ка. Блять, так и есть. Все эти хмыри. А, нет, или чё? Оу, еее. Эти хмыри сейчас на нас бросятся, в общем, скажут. Эй! Шиндемас, мама. Тут у нас что-нибудь есть? Я прикалываюсь, там блок. Сейчас внутри этого, как и поезда, нужно будет бежать, выйти из поезда, всем валить. Чтобы у них бошки поотваливались, пидорасы ебаные. В общем, вот. И дальше прохождение, да, именно об этом разговор и идет. Эй. Колечки такие. Вы когда-нибудь за эти колечки держались? Я держался в метро Санкт-Петербурга. Хуй знает. Ну, может, нормально. Ну, давай так. Лучше, чем их отсутствие. По любасам. Пусть лучше они есть, чем они вообще отсутствуют. Нахер, блядь. Эй! У-у-у! Блядь. Эй, Питер, Питер. Душа моя. Куда мы пилим? Да пошел ты, блядь! Go on, блядь! Я тебе сейчас покажу! У меня есть храбрец. Давай, храбрец. Въебем тебе. So long, блядь. Еще давай, храбреца, тебе валим. На, нахуй. Спать, ёпта. Начал тут, блин, скотина сраная. И себя строить. Так, что у нас, чемоданчики? 3 бутылочки эхо. Ну, нормально. Блять, не ту клавишу. Блять, да. 2 раза не ту клавишу нажал. Второй раз не сработало. Бля. Эй! What is it? What is it? What do you want for me? Эй, мазафака. А! Нужно еще опять через этот, как его, через вагон идти, ну ладно, хорошо. Хер с вами, блядь.
допустим, блять, не ту клавишу нажал. И чё, и чё, и чё? А, вот, да вот. А подожди, нет, нихуя, нет, нихуя не нравится в них. А, я ходил это, блять, там подъем наверх был. Я так понял, блять, Айрис, хорош, блять, под ногами путаться, падла, ёбаная. В общем, вот, к чему это я? Я там ходил до... Блять. Прошли. Тифой, ну, Тифа, юперный театр, будь, блять, спокойная. Вам, говорит, пизда, картиночка нарисовалась. Теперь ребеночек, girl. В смысле, ты ее знаешь? Да ладно, серьезно? I will. Она ответила так, как будто она ее нихера не слушала. Ты чего ее кормишь? Ты ее кормишь? Ты кормишь ее полуфабрикатами, ёперный театр, Тифа, блин, не могла жрачку нормальной девочке маленькой сделать, что ли? Бля, пиздец. Подойди, да успокой ее. Блять. Ты кормишь ее полуфабрикатами, и тут, блин, что-то это... Успокоить не можешь маленькую девочку. Не. У каждого человека такое есть. Nothing you need to worry about. Let's get going. Вообще-то мне нужно об этом переживать. Тифа, ты вспомнил какой-то маленькой девочке, которая не смогла помочь? И теперь свои проблемы переваливаешь на нас. Я без претензий, я просто констатирую факт. Пошли. Чё, босяра что какой-то будет или чё, блин? No more. Блять, босяра. Или чё? Ну! Там был дух какой-то девочки, которой так-то нужно помочь, я так понимаю. Запущено поворот. В смысле, блядь, я даже... Блядь, ебаный. Да на, ёпта, блядь. Мимолетный знакомый, давай. Хоба! Ну, ёпт твою мать, давай. Давай, мимолетный знакомый, ёба. Гоуон! Лау, это ёбни им там. Бабы то разобраться не могут с вопросом. Давай еще раз мимолет узнакомлю. Так, Тифа. Нет, Тифа. Тифа, что сделать? Тифа, блядь. Нет, Тифа, нет, Тифа, блин. Необузная мощь. Тифа, классная баба. Клауд, что с магией ты полечить не можешь. Айрис может полечить ту зашарную. Тифа, в смысле. Ой,
Да ёб твою мать, блядь! Давай молитву ебаную. Еще раз давай молитву, блядь. Stay strong, okay, блядь. Да нет, блин, я хуйню с собой начну. Блядь, да иди ты в жопу, блядь. Тифа. Давай, ёбни кого-нибудь там. Да на, ёбта, пидор. Выёбывается тут. Айрис. Точный удар. Да, вот этому ёбни, чтобы он нахуел, блин. Сука. А? Чё, а? Что случилось, Айрис, блин? Да на, блядь, ёбни ему, пидору. А, вот так вот, да? Тон-тон-тон. Мне почему-то это напомнил музыку из Fallout'а. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Мугл Медал, грейт. Грейт, я просто офигел. Ну, если я могу медал, то просто-напросто это нужно обязательно взять. Оу. Тем, кто смотрит этот ролик, сообщаю, что я скачал последний вариант Fallout 2 Sonora. Мне просто рук пока не хватает, или времени, или как, или не знаю, чтобы взяться за это дело. Но если я возьмусь, я буду ее, блин, облазнить просто-напросто всю. Почему? Потому что это Fallout. Fallout 1 я прошел два раза всего. А зато Fallout 2... Хер знает, полностью я прошел ее, наверное, раза 3 или 4. А сколько начинал, различные косяки, прокачки и прочее, ахеру за раз 30, наверное. Чего? Эй, бабы, блядь. Назад мне верните. Хорошая новость. Кто работает, блядь, я не понимаю, блядь. А, ты чё, реально в поезд собрался, что ли? Хер с тобой, поехали, блядь, на поезде. Умба-бара-умба, амиго. Умба-бара-умба, амиго. Everybody good? Yeah. В смысле, вы проехали, блин, 15 метров? Huh? Вы о чем? I think that's... Чего? Цинк. Got it. А вы с кем перестреливаетесь-то? Я помню, вы плиту хотите уронить, блин. А нахер в открытом этом, как его... А... Ой, ебать. Ты чё, говорит, шаг, долбоёб, ты попасть что ли не можешь, блин? Да мы, говорит, попасть не можем, мы шестиствольного пулемета по трем чувакам, блин. У нас проблема, да, есть, согласен. Ёбаный в рот. У вас там пулеметики, это чё, блин, 1.5 миллиметра, что ли, или чё, не понял? Кто мы такие, да? Тифа. Чё Тифа? Ну, блядь, а ты не верила, что ли? Мы же в игру компьютер играем, они тут всякую херню творят с самого начала. А можем и не успеть. Со мной-то можем и не успеть. От меня что хотите сейчас прямо? А, ну, типа, слазим.
залазим сюда. Тан 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 тан. Ой. Они поезд пленкой этим обтянули, что ли? Вы что, дебилы? Ну, выглядит так-то, ну, блин. Обращает на себя внимание. Ты хмырь! Хоба! И только вниз. А этот дебил что там летает? Нахер его показывают? В том плане, что его показывают не просто так. Нахер его отдельно показывают? Ебать! А вы видели какое-то, как его? Ракета наша русская летает. Так-то жесть. Да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да. Пиздец вам, долбоёбы, эй! Где вы там? Ой. Здесь у нас блок, 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 блок. Заходим сюда. Ебать. Паровоз завели. Wow. Would you look at that? Ты дура, что ли, блин? Ты же натурально херню сейчас сказал. Look at that. Ну, слазь. Оу. Чемоданчик, в котором лежит два мага поушен. Автомобиль. Ты хмырь, я туда не вернусь, блядь. Так, храбрец. Давай в ближайшем. А, блять, в смысле, что у вас там происходит, бабы, ебаный урод. Да ебну это мне. Так, Тифа. Тифа, блять. Мечи. Айрис. А вот кто там у нас самый боги в команде? Айрис, блядь. Так, Айрис. Лечение. Давай на себя, блядь. Вау, вау, вау. Храбр... Блядь, нет. Храбрец положил, блядь. Пизда тебе, блядь. Ну, еще раз. Храбрец положил, блядь. Сука, не попал нихуя. А вот сейчас попал. Хорош выебываться, Дрейк лазурный. Чё тебе, блять, мама не учила вести себя культурно? Или чё, блядь, не понимаю. Muggle Medal. Sehr gut. Achtung. An Collecta. Так, чё у нас здесь? А чё цель-то назад ведёт? Я не понимаю вот этого прикола. Очень напоминает Resident Evil 5. Блять, куда ты пошёл? Resident Evil 5. Когда нужно было под конец игры на большом этом как корабле прыгать по всяким ящикам и всем пизды давать. Они такие, ебаные в рот, блин. Видите, как его. Бля, забыл имя. Нам пизды даёт, вот, блин. Да хорош, бля, беги нах. Бараб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 ар
Крис Редфилд типа нам всем пизды дает, я про это хотел сказать. Чё, серьезно? Thanks. Чего, Фэнкс, чего? Так, стопэ. Хоба, хоба, хоба. Я только что врубился. Нет. Оу, оу, карбунку, вот ебаный урод. Айрис. Специальные магии, сканирование. Исцеление. Оу, лед, ебаный урод. Чё лед, блин? Может лед тебе заменить на что-нибудь интересное, раз... Блять, подожди. Раз я что-то прокачал, тебе до максимум юга. Саботаж. Сопротивление, блин, прорыв. О! Что саботаж? Яд исцеления, блять. Что такое саботаж? Используют рассеивание. Бах! И что он делает? Блять, хуй с тобой, хотя бы попробую посмотрю, что это такое. Так, 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 так. Полезли, бабищи. Let's go. А, блять, мы только что здесь были. Ну. Хорош, блядь. Хорош лазить. Пара-бабам. Там мы были. Поезд мы дернули. Эй, сюда нихера не работает. А сюда? Блядь, да ебаный в рот. Ну как меня это заебывает? Мы сейчас заскочим в поезд, блядь. На поезд. Хуёезд, блядь. Да залазь наверх, пидор. Не потому, что он пидор, а потому, что, блядь, меня это уже заколебало. Бамс, 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 бамс. Поехали, вылазим. О, всё-таки вылезти куда надо. Что-то есть со скидкой. Есть. Угу. Херня. Что есть насчет продажи? Бау-бау! Солнце, смотри, негатив. Лед. Максимум яд. Купим исцеление максимум. Не, нифига, ребята. Да-ра-да-дан. Я вот такой вылеченный, такой пиздатый мальчишка. Дорога у нас туда. Если у нас там босса не будет, я скажу прощайте. А у нас что, есть босс? Right. 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 Да ладно, мы только что же этого хуя валили огнем. С помощью тифа, ебаный в рот. Да чё за хуета? Хапшва ебается, дура. Тифа одна сейчас им покажет, то здесь, блин.
колдует, ёпта. Айрис где? Так, у нас куда? Чего? Forever ever. Дети. Ой, ой, это как его это унесло. Айрис. Пиздец тебе, Айрис, говорит. Плачущее привидение. С картинкой невеселой. Мешок на голове. Ну и чё? Твою мать, робот какой-то вылез. Мы уже тебя завалили, пидор ёбаный, блин. Ты одна из тех. You are one of them. Yes. Are you ready? В смысле, are you ready? В смысле, прятались? Ты типа готова? I'm ready now. I'm ready now. Me too. Found you. Found you. А вот и нет, no way, блин. We found you. You got me. Hey, where's Aerith? Какая Арис? I'm ready. Маленькая Эрис, в смысле, она свое детство, что ли, вспомнила или что? Бля, реально. I'm ready. Смешная. Mm-hmm. Почему ты ходишь опять в берцах, дурында? I said I'm ready. Да вообще насрать на тебя всем, судя по всему. Come get me. Come get me. Come get me. I'm right here. Дети смешные, смешные в хорошем смысле. Вспомнил свое детство. Айрис, да? Что дети тебя кинули. А прикинь, многих из нас, смотрящих этих, этот ролик, общество и социум кинуло в свое время. Эй, хмырь! Чё, тебя валить, что ли, блядь? Я про хмыря. Тифа, так ты вообще заебательская девка оказалась, а я её хотел на этом, как на пулемётчика сменить, блин. Давай, пидор, вылазь нахуй, сейчас тебе валим на... Ох ты, нихуя себе на колеснице ездил. Пизда тебе, блядь, я тебе сейчас прямо варю. Долбоёб меня. Погоди, кто это такой вообще, блядь? Оба! Иммунитет, иммунитет. Так, Уайрис. Пошёл ты нахуй, блядь! С своим лазером, блядь, ёбаным. Уайрис, Уайрис или у Тифы есть? А, блядь! Хоба! Ты же крутой, блядь, чувак. Давай тройной удар. Ух ты, нихуя себе. Ёбни сканирование. Когда он в воздухе, заклинает ветра, ускоряет что выполнение школы ошеломления. Можно украсть оружие для Айрис? Блять! А у меня нет ничего, для чтобы украсть оружие для Айрис, блять! Сдохнуть, что ли, блин, тогда? Ничего не понимаю. Блять, да пошел ты нахуй, блять. Тифа.
Давай звездным душам въеби, блядь. Можно украсть оружие для Ариса. Блядь, а никто не может ее украсть. Конец бесконечности, я не могу. О, что-то я сделал. Арис. Мимолетный знакомый, ёбаный. Блять, иммунитет какой-то. Так, Тифа, ёбаный урод. Нет. Давай лечение. На Клауда. Блять, Клауд сдох. Чё вы там? Так, хорошо. У Феникса на Клауда есть. Клауд. Бежим, блядь! Пидоры ёбаные! Спасите! Айрис, давай личина. Лечение на Клауда. Ух ты, сучка, блядь. Сучка сраная, блядь. Призыв Ифрит, поехал. Do your thing. Грит. Do your thing, грит. Чё ты там умеешь, блядь? Давай, говорит, ёбни ему. Так, Тифа. Сияющий шлейф. Угу, давай, ёбни ему. Да ёб твою мать, блядь. I won't give up. Айрис, блин. Айрис, ёб твою мать, блядь. Исцеление на Клауда. Нет. Да, да нет, ёпта. Тифа, магия лечения на Айрис. Так, и теперь, блять, раз ты две накопил, ёбни ему сияющий шлейф. Пидор, ёбаный, где ты там? Айрис, благоукружим. Давай. Тифа, что ты Тифа можешь сделать? Давай лечилку. А, нет. Огонь. Давай по этому пидору. Ох ты, сука, давай, поехали. Так, ух ты, нихуя себе. А чё ты выскочил? Оо, ебать, я хотел ему въебать две этих, два метра. Да пошел ты нахуй, блядь. Огненный, ёбни ему. Пизда. Да я сейчас очнусь и тебе валю, блин. Тройной. Давай тройной валю. Блять. Давай храбреца валю. Нет. Айрис, магия.
Челина Клауда. Так, и Тифа что может сделать? Аэрогонь. Давай огонь, блядь! Гаван! Да пошел ты, блядь! Тифа. Противоядие, воскрешение. Давай, блядь. Давай пламя ебнем ему еще раз. Клауд. Молния. Клауд ты нихуя не можешь сделать, поэтому Айрис. Сканир, помещение ошибы, чуде. Блять, давай магия. Айрис. Гау, 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 да, храбрец еще. Блять. Чё за магическая хуета, блять? Магическая хуета, блять. Иди сюда, блин. Храбрец, давай. На. Сука. Тифа, ёпта. Давай, звездный душ. Так, климент. Исцеляющий ветер, давай. Stay strong and carry on! Магия, ебаный в рот, способности, давай. Нихуя не молит. Прорыв. Давай ёбни ему. Блять, не можем. Мимолетный знак. Уа! Такой. Типа. Сейчас тащу тебе, пидор, ёпта. Да, блядь, сдохни. Так, теперь, Айрис, ты ёбнешь, сука, нет. Ты ёбнешь, блядь. Площадь души, сканер, не знакомо. Давай. Тифа, ёбаный в рот ты вот этой хуйню ёбнешь. Так. А Клауд, давай лимит ему, въеби, блядь. Вот он дохуя о себе думает, блядь, я думаю. Да на, блядь, он съебался. Ух ты, ебанатно. Ты где, блядь? Ох ты! Типа там бабища его защитила, блядь! Я тебе сейчас ёбну, чтоб ты не выёбывался, пидор, блядь. Ох, нихуя не работает. Давай. Да на! Базов, он сказал. В смысле, блядь, Айрис. Ой, в смысле, Айрис, ёпта. Нет никакой не лечения способности. Давай, мимолетный знакомый. Он какой-то крутой, блядь. Тифа, ёбни его чем-нибудь, чё он въёбывается, пидор ёбаный.
противоядие, лечение, аэро. Давай, поехал. All right, тройной. Я тебя въебу. Bright Wheel выведен из строя. Давай тройной удар еще раз по колесу, ёбни. Да ёбни ему, блядь! Сука, а чё Айрис? Я же сдох почти, да? Давай Клауду. Ох ты, сука! Тифа. Ух ты, нихера себе. Так, Айрис, чёрт твою мать, блядь, лечи нахуй. Я ещё не могу искать, магия. Лечи, да какое? Ёбни ему. Пидор. Сука, чё, хочешь, скажи, что промазал? Промазал! Ёбаный в рот, промазал! Пизда. Ай. Воскрешение, воскреси, блядь, кого? Нет, Айрис. Ой, блядь, Клауда, ёпта. Так, теперь Айрис, лечи этого долбоёба. Хули он сдох-то, блядь. Так, Тифа. А, блядь, нихуя ты не выучилась. Вова, блядь. Да хорош ты, блядь, бегать и шаг сраный. Я тебе сейчас въебу нахуй. Пидор. Давай. Шаг, блядь. Тифа, ёбни ему подавление. Давай, ёбни ему. Клауд, ёбни ему тройной удар. Так, Тифа, удар сверху пошел. Бля, скотина, нахуй. Тифа, еще раз. Давление, ёбни ему пидорасу, блядь! Пошел ты нахуй! Пизда тебе! Ага. В смысле, блядь, let's go, блядь, охуеть, блин. Это было сложно. Опять монстры прилетели, блин. И чё, и чё? Салон. Салон. Очень странное выражение, кстати говоря, салон. Эй, Тифа, ёперный театр, куда ты попёрлась? Ну, бля. Хоба. Бабы ёбаные. Смотрите сюда. И на сегодня всё.